Вискоза – это материал из натурального сырья, получаемый из целлюлозы деревьев. Свойство чистой вискозы больше всего напоминает свойство хлопка, а по своим охлаждающим качествам вискоза похожа на шелк. Ткань приятна на ощупь, впитывает влагу и отлично пропускает воздух. Также вискоза не накапливает статического электричества. Высокая насыщенность цвета вискозы позволяет создать изделия ярких расцветок. Традиционно пряжу из вискозы получали при классическом кольцепрядении. Технология Vortex. Новую концепцию в современном прядении создала японская компания Muratec. Vortex – это прядение с аэродинамическим потоком сжатого воздуха. При прядении Vortex каждое волокно вращается по направлению к центру пряжи и закреплено во внутреннем слое, что предотвращает скольжение волокна. Это дает стабильную пряжу с низкой ворсистостью. Технология Vortex может применяться для производства пряжи из вискозы и хлопка, а также с добавлением полиэстера для большей прочности. 5 преимуществ Vortex. Минимальная ворсистость, сопротивление катышкам и абразу, стойкость при стирках, сохранение яркости цвета и принтов, впитывание влаги.